Завершен основной объем работ по благоустройству городского кладбища. К родительскому дню все будет готово. Об этом нам рассказал директор бюро по оказанию ритуальных услуг. По словам Олега Городнюка, осталось только закончить ремонт дорожного покрытия на улице Мира. У нас на нашем городском кладбище проводится и проведено уже очень много мероприятий подготовки. Самое главное, болезненное, это был ремонт дорог. Они были в плачевном достаточном состоянии. Сделан ямочный ремонт, дресу вираж. Вчера они часть закончили, завтра продолжают еще часть дороги, которая вверх идет. Еще 100 метров ямочного ремонта. Покос травы, установка восстановленных контейнеров, мусорных баков. Вон они стоят, 56 контейнеров у нас установлено на эти дни. Газон, видите, вот у нас мы делаем такой небольшой ландшафтик, вот можно посмотреть, как украшаем. Ну и самое главное, поддержание порядка здесь. Поддержание порядка, дисциплины и побелка всего, покраска, побелка бордюров. То есть восстановление всего того, что в течение, ну, в принципе, мы поддержим, но именно в эти дни здесь будет весь город, очень большое количество людей, которые будут смотреть, видеть, что работы проводятся, на месте мы стоим, объем работ проводится огромный, колоссальный. Мы сейчас в день вывозим по 8, по 10 тракторов мусора.